Конференция комитета семей воинов Отечества прошла сегодня в Нижегородской области. Проводилась она в Доме народного единства. Все женсоветы, а у нас их представительство в каждом районе, в каждом округе Нижегородской области, напрямую работают в муниципалитетах для участия в различных мероприятиях и оказания адресной помощи семьям участников СВО уже непосредственно на территории каждого муниципалитета. У нас в регионе есть уникальный инструмент военно-социальный контракт, который уже на протяжении нескольких лет поддерживает и семьи военнослужащих, и самих ребят. И, конечно, этим инструментом мы с удовольствием поделимся с регионами, чтобы часть те меры поддержки, которые там еще не внедрены, а у нас они уже есть, там тоже появились. Послушали и бойцов, и, естественно, матерей, жен тех ребят, которые сегодня защищают наши рубежи. Ну и важно, что по итогам у нас обязательно будет новое предложение для того, чтобы расширять меры поддержки бойцов и участников специальной военной операции. Конечно, оказывается юридическая помощь, есть психологическая помощь, которая сегодня работает в Нижегородской области в комитете. Есть сообщество, такое доброе, душевное сообщество, которое помогает друг другу.